Всем привет! Нам пришла посылочка от Mail.ru. С Марусей внутри. Капсула мини. Маруся внутри. Сейчас будет не обзор какой-то капсулы, а именно интеграция ее в умный дом. Я использую умные приборы от Xiaomi, Natuya, всякие разные. А еще почему я выбрал эту капсулу? Потому что она может играть Spotify. Spotify мы пользуемся, платим, по-моему, 169 рублей. Я считаю, это недорого. С обратной стороны. Установите приложение, включите в розетку, скажите: Маруся, подключи капсулу мини. Подробная инструкция на сайте мини. Так. Давайте я принесу сейчас еще и Гугла. У нас есть еще вот такой Гугл. Вот сюда его поставим. Мы пользуемся черной колонкой, а это у нас серая. Ну, мы ее так, видимо, кому-нибудь подарим. А если хотите, можно разыграть. Если это видео наберет 100 лайков, то разыграем эту среди подписчиков Google. Я отправлю. Так, поехали дальше. Капсула мини. Модель, как использовать, хранить. 4 кнопки, размеры 45 на 100, 305 грамм, длина кабеля 1,5 метра, 9 вольт, 1,5 ампера, Type-C, что очень хорошо, 3,5 аудиовыход стерео, цифровые часы, световое кольцо, датчик освещенности, Android, iOS, iOS, капсула мини, документация, блок, как утилизовать. Ну, утилизовать попозже, а когда надо утилизовать? Срок службы 2 года. Ха-ха. Понятно. Так, еще чем она интересна? Беспроводной Wi-Fi 5 ГГц. Bluetooth. Bluetooth, к сожалению, не указан какой. А последняя Алиса была Light. Так, вас не... Слайдер and Magnet, Ленинград. Песня Like. Алиса. Стоп. Вот, поэтому... У Light есть Bluetooth 5.0. И я хотел проверить, работают ли два аппарата, подключенные к одной Алисе. Можно подключить два телефона и использовать как громкую связь. То есть кому позвонили, тот и отвечает. Здесь что у нас? Как пользоваться. Да, и главное не путать, к кому вы обращаетесь. То ли к Марусе, то ли к Алисе. Коробочки в сторону. 1,5 метра. Ну, аккуратненький. Прям приятненький такой. Еще раз. 1,5 ампера, но 9 вольт. 9 вольт много. Так, можно я сейчас пока Алису отключу?
Она нам не нужна. Нам нужно будет подключить. Но подключить мне нужен будет телефон, на который я снимаю. Кстати, пакетик похож, но такой, как у Xiaomi обычно. Ты-ды-ды-дынь. Кого он напоминает? Наша уже грязненькая. Я не знаю, кстати. Можно узнать, чем вот ее почистить. Наверное, надо разобрать да почистить. С наружной стороны выглядит вот так. Ой, они магнитятся. Ну, не так сильно. Здесь есть физическое отключение микрофона. Здесь микрофон, вот. Ну, это сенсорные кнопки. Джек. Type-C. Ну, если помните, Ирбис еще есть AUX. Есть microUSB 5 вольт. Это от любого телефона подойдет. И вот такой вот. По сравнению с... Ну, мне нравится. Классно. Ладно, давайте подключим. Ну, до подключения к телефону. Телефон я буду использовать, буду записывать с рабочего стола. Привет, меня зовут Маруся, и я помогу вам настроить колонку. Для этого установите приложение Маруся на ваш телефон. Запустите приложение, нажмите на кнопку с микрофоном и скажите «Подключить колонку». Следуйте моим инструкциям. По окончанию установки я расскажу вам, как пользоваться колонкой и чем еще могу быть полезна. А пока тебя не подключили, ты не работаешь, да? Маруся? Маруся? Ага, да. То есть, пока он не найдет, сейчас он в поиске. Значит, все, подключаемся и дальше действуем. Так, у нас уже давно Маруся есть. Мы ее открываем. Появилась капсула мини. Подключить. Пароль от Wi-Fi. Эх. Ну, началось. А, давайте другую сеть. Давайте 5G. Далее. Идет настройка колонки. Передаю сигнал. У нее моргает зеленым. Да, так же, как и на рисунке. Скачивается обновление. Процесс займет несколько минут. Просьба не выключать в это время Wi-Fi и колонку. А, идет время. 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. А, ну короче, она учила, что делать. Ну понял. 29, 32.
есть можно вернуться, наверное, даже посмотреть. Семьдесят, восемьдесят. А до какой цифры, интересно, дойдет? А это что такое за СМС? Ага. А расскажу быстренько про букс. Нет, что-то затихло. Так, загорелось голубым. Колонка настроена и готова к работе. Ну просто, давайте я помогу вам узнать больше о том, как пользоваться капсулой мини. Это займет не больше 3 минут. Скажите «да», если готовы начать. Да. Спросите меня, Маруся, какая сейчас погода? Маруся, какая сейчас погода? Сейчас в Зеленогорске переменная облачность, температура 22 градуса. Отлично. Скажите, Маруся, включи спокойную музыку. Маруся, включи спокойную музыку. Чтобы слушать музыку, активируйте подарочную подписку в настройках моего приложения. Скинула вам пуш с подсказкой. Ага, спасибо. Ну, часики довольно-таки маленькие. Сколько тут? У вас отлично получается. Что получается? Ничего у меня не получается. Управлять громкостью колонки можно при помощи кнопок на верхней панели. Ага. Нажмите плюс, чтобы сделать громче, и минус, чтобы сделать тише. Ну, так, или просто попросите: Маруся, прибавь звук или убавь громкость. Понятно. А у меня другой телефон привязан к этой. Похоже, вам уже знаком этот скилл. Здорово. Я могу искать ответы на ваши вопросы в интернете и делиться актуальной информацией. Спросите, например, Маруся, сколько стоит евро? Маруся, сколько стоит евро? 87 рублей 56 копеек за евро. Курс ЦБ на вчера. А сколько стоит доллар? 74 рубля 6 копеек за доллар США. Курс ЦБ на вчера. Ага, понятно. Так. Отлично. СМС ушло не на тот номер телефона. Что мне делать? Надо позвонить жене и спросить. Какой СМС? Для этого нужно набрать команду 17 короткий номер решеткой и вызов. Например, чтобы получить стоимость СМС на короткий номер 9797, нужно набрать 0779797 решетка и вызов. Нужно набрать 12 короткий номер решетка и вызов, например, чтобы получить Маруся. Стоимость... Стоп. Маруся, какая у тебя громкость? Маруся, какая у тебя громкость? Громкость 4 из 10. Ага. Маруся, сделай громкость 10. Вау! Появилась цифра 10. Загорелась красным. Ничего так прикольно.